Вот мы на Шаршинском лесопильном здесь. От самого начала как идет, вот сцепляют они бревно. Вот есть полный процесс, так это будет или вот.
Андрей Устинов привез на своей машине. Тут мы за машину заплатили, но она по такой грязи не может. Теперь запрашиваем Погиряевку на полноприводном тракторе, чтобы приехала Игорь. А нам придется ждать. Он закидывает еще. Еще не хватает. Но 40 досок уже есть. Еще нужно 29. Вот они малое бревно подцепили. Так его укладывают, закрепляют. Видите, сколько у него машина. Так, бревно. Тут оно легло у него. А там поднято на нужный уровень, чтобы ровно было. Работает. Здесь сидеть не приходится. Как опасная работа. Теперь они переворачивают и будут на 15 сантиметров грузить. А потом все останется доски летом. Yeah.
Снова закрепляю, теперь уже вертикально. Надо брус сделать, а брус тогда распилить, насколько нам нужно. Вот что останется, то и считается. Теперь еще раз переворачиваю. Вот. Теперь будут резать, пока не получится равный брус. А брус этот равный, тогда уже начнут делить по частям. Кнопки на сколько сантиметров толщина. Это в 90 там это делает. 2,5 сантиметра. И вот этот брус, теперь они будут точно уже на хорошей доске. Брус 15 и делят на три части. Все. Вот 34 кому-то достанется. Какие нужны? Нам
Там наверху надо помочь. Слушай, не надо вверху там помочь. Вот 28 досок погрузили. 28. И там еще 23 наружу. Лес такой слабый, тонкий, никак не могут напилить. Но 51 доска есть, нам хватит. Мы оставляем 18 досок, они нам должны будут. И так как у нас оплачен был транспорт, начальник говорит, отдадим сейчас, Юрий Михайлович. Я говорю, да не надо. Будем брать в следующем году. И он квитанцию выписал, что предоплата сделана. Вот так. Теперь на улице будут грузить. Два. Три. Четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. На солнце еще не будет. Надо с другой стороны заходить. Вот так. Приехал Игорь Барабаш. Здесь машины не пошли. Утром прошел дождь. Вот он, 51 доска. Где-то что-то и не хотели, там черные где доски. Это означает, что она уже порчена, не берем вот эти вот. Вот их кладут. Игорь Барабаш свой транспорт ремонтирует. Подъемный. А это вот там начальник, который Юрий Михайлович. Он
помогает. Ну иди как. Тут на базе еще у них тут есть. Говорят, тут держат свиней. Овечек это хозяин. Все загородил себе. И работает. Он работает. Полно всяких опилок здесь хватает, видно. Какая-то техника. Ну, что, ну, там еще есть строят что-то. Бани разные. Вот так. Ну все на этом, мы выезжаем.